Да, я слушаю тебя. Михаил Каримов не пойдет на это. А что? На должность вот это. Слышно меня, нет? Ну, я не знаю, надо говорить с ним. О чем я вчера говорил? Да. Ну, хорошо. Ну, вот так пока молитесь. Нам нужно, чтобы здесь было несколько человек, и тогда выбор будет. Принимаем. Он хороший. Сегодня мне о нем задали вопрос. Он там говорит, там Яхва, вот как это... Ну, наша сестра. Вот, она тоже... Да, там говорит. Ну и что говорит? Она произносит имя Иисуса по-еврейски там, по-масорецки. Ничего в этом нет плохого. Ну, она говорит, она он называет его там Машиах. Ну, Машиах означает Мессия. Мессия Христос. Тоже ничего нету здесь противного. Это о Михаиле Каримову спрашивают. Вот там Рахиль Загидулина, она тоже говорит так. Ну. Дело в том, что мы приняли от греков, не прямо от евреев-то. А у греков нет буквы «Ш», нету вообще во Флавии. И поэтому у нас Иисус. Я знаю, что правильно не Иисус, а Иешуа. Но я так не молюсь. Я не привык так. А еврейский Иешуа. Вот мы говорим «Иерусалим». Откуда взяли? От греков. А как же по-еврейски? «Иерушалайм». Вот у нас суббота. Да нет субботы, это шаббат. У них буква «Ш» у евреев. А у греков «С», они, а от них приняли. Ну, привыкли так, и слава Богу. Вот я сейчас скажу «Джеймс». Переведите, что я сказал? Имя одно. «Джеймс». «Джон». «Джеймс» по-английски «Яков». А «Джон» – «Иван». А там «Йоханнес». Вот считаешь, когда там Прибалтика, Янис, а это Иоанн, а русские перевели в Иван. Ничего тут такого нет. Это имя. И поэтому, когда говорит там Яхве вместо Иегова, Иегова написано, а в оригинале-то стоит ближе похожее Яхве, потому что гласных нету в этом слове у евреев. Они боялись произносить это имя. И поэтому многогранные, так, Ягве тоже произносят так. Ничего тут нет такого, чтобы хулили Бога или что. Так что я не в оправдании говорю, а он не виновен. Но если кто-то смущается, то можно и не говорить так. А Иегова открыто 8 раз упоминается в Библии. Вот так. Архимандрит Макарий Глухарев, переводчик, один из самых сильных переводчиков Библии, он оставил непереведенным слово Иегова, и оно у него в Библии повторялось больше 7000 раз. Вот как. Ну, иногда люди бунтуют, что-то не знают, рассказать надо. Вчера мне задали вопрос, один близкий нам человек, а он уже через Вячеслава. Тот работает где-то, что-то продает, и у него работник хороший. И он узнал, что работник этот некоторые товары списывает, а они хорошие. Но ему дает, что столько-то негодно, а сам их продает по той же цене, а деньги забирает. Что с ним делать теперь? Говорит, нам жалко. И я говорю, ну, выскажите все, а потом, чтобы он дал расписку, что так делать не будет. Видишь, какой разумный, его ценят. Ну и все, не спеши расстаться. Другой тебя еще больше будет обманывать. А Господь похвалил того, который даже неправду говорил. Сколько должен? 100 пиши, 60, там 80. Это у Луки, у Евангелиста написано. И он похвалил его, потому что это говорит о том, что он не воровал. Только сказал, скажи, чтобы потом меня примут. Надо ко всему подходить с разумением Священного Писания, примеряя к современной жизни. Это самое трудное. Вот это называется экстраполяция, перенос событий.
Вот когда мы считаем первое послание Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи, и он перечисляет, ну, опыт, как вот такой-то человек, он делал, перенес страдания, 10 детей погибли, Ев. А есть плохие люди, которые сделали зло, и они тоже примером от обратного, чтобы мы не были похотливы на злое, написано, как они были похотливы и погибли. Все это написано для нас, достигших последних времен. Вот как Павел пишет. Вот ребёшь с ребенком, а там пьяный бывает, валяется, ты скажи, вот будешь пить, вот смотри, точно так же будешь, замерзнешь, смотри. Он пример дает какой. Дорогу переходить, не под руки держите, а за руки, чтобы ноги друг друга не заплетались. Идите с молитвой, даже на красный свет не ходить, а на зеленый иди с молитвой, за руки друг друга всегда берите. Четыре-то глаза легче убить, другой, он глаза-то залил, и человек пострадает. Ну, какие-то правила должны быть. Правила полезные для души, в первую очередь, и для тела. Вот так. Вопросов нет больше? Ищите еще кого-нибудь. Игнатий Тихонович, можно задать вопрос? Можно. Вот мы разбирали крещение водой и духом. А огнем? Растолкуйте, что это такое огнем? Огнем страданиями. Страданиями, когда самые ближние поднимаются. Вот здесь юноша один есть, заходит, молоденький, Георгий. И он сегодня вопрос задает, что мне делать? Показывает руку, родитель там руку даже ножом тронул. Что, ну, начинает его прямо готовые это, сдать куда-то, в дурдом. Что делать? Я говорю, написано, кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. А у Луки написано, то не возненавидит, то есть ты должен даже возненавидеть, когда они тебя отвергают от Бога. Ничего выше любви ко Христу не надо ставить. А так, а вот он постится, положено так поститься, от поста никто не умирал, только здоровее делается. Ну, я ему поговорил это все, и он согласился. Ну, такой он быстро говорит, я говорю, ты говори помедленнее. Может, я тоже быстро говорю. Молоденький такой. Вот все. Спаси Христос. Да. Игнатий Петрович. Да. Можно вопрос? Можно. А вот я со священником разговаривал со своим по поводу крещения, троекратного погружения. Он мне объяснял, что дождем крестили. Я что-то такого не слышал. Дождем крестили, снегом крестили, некрещенный поп у Лескова Николая Семеновича, там написано. Ему еще трудно погрузить. Ни один сектант, ни баптисты, ни пятидесятники, ни хилиасты, ни свидетели Иеговы, никто так не делает. Все крестят в одинарно, ну полностью с головой. Возьмите старообрядцы, их больше 50 толков. Крестят три погружения полные, и все бесплатно все. Это они просто попы-безбожники. Пробрались там, и теперь он куролесит. Ты близко к нему не подходи больше. Слюнями. Я ему пояснил. Слюнями, я ему пояснил, да. Как правильно. Он вроде пояснил, вроде, а потом убежал. Да. Потом песком крестят. Ну, песком было, да, один раз такой. Ну, когда пришли им Дионисий и говорит, епископ-то, не выдумывайте, идите и крестите на Иордан. Дальше-то они не говорят, предложение-то не оконченное. Ну, вранье сплошное. Пастыри мои рассеяли овец, говорит, по всяким холмам. Пророк Исаия говорит. Вот какое дело. Горе пастырям. Златоуст говорит, если не одна овца погибнет по твоей вине, о, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Вот я когда в университете тут преподавали, вел, мы готовили от 3 до 5 лет. И во время 3 лет там человек... Ну, там, напился или что-то. Открадываем еще на 3 года. Обстановка-то такая сложная, поэтому сегодня уже настолько ты не берешь. Ну, говорится, что люди ничего не знали, которые. А когда вот знает и ищет, и все исполняет, его несколько месяцев. Вы где живете-то? Тамбовская область. Далековато. Ну, у нас приезжали креститься из Италии. Из Франции, из Германии, из Ливана. У нас 7 июля будет крещение в озере.
Мы заранее подготавливаем, тут занятия идут. Каждый год. Если седьмое не попадает, то за седьмым, допустим, седьмое в понедельник будет, то следующее воскресенье. Так что расстояние это ничего тут не мешает, если человек истинно хочет. И ближе друзья стали друг к другу. Вот я гляжу, тут Александр, это Борцов, тут все они у нас бывали, кого я вижу. Вот Дебора нынче принимала крещение. Она тоже где-то там из Ростова, что ли? Так, все. Отхожу с Богом. До следующей встречи.